А запускается проще самому или с партнерами? Я для себя выработал очень простую штуку. Она похожа на очень простой принцип, который похож на принцип авторства. То есть вот вы пишете статью, книгу, там, не знаю, картину, снимаете фильм, неважно. В соавторы надо брать всех тех и только тех, кто внес существенный вклад авторский. С бизнесом та же самая история. То есть в бизнес надо брать партнеров, и обязательно надо брать, если они вносят существенный вклад в развитие бизнеса. И не брать тех, кто не вносит. То есть, например, а вот это наш хороший товарищ, это свой чувак, который нас будет возить на машине, у него есть машина, а у нас сейчас машины нет. Да? Машина не является существенным вкладом в бизнес. И потом ты возьмешь в бизнес человека, который в нем не понимает, да, но он получит реальные права, у него ж долька будет. Да? Он, может быть, в определенный момент слабым звеном.